Сотрудники госавтотехнадзора провели рейд по сосулькам и установили, где в Сергиевом Посаде не чистят парковки от снега. Согласно изменениям, внесенным в 2017 году, очищать крыши и прилегающую территорию от наледи и сосулек собственники зданий должны ежедневно. Магазин «М-Видео». Над запасным выходом свисает ледяная глыба. Опасный участок сигнальной лентой не огорожен. Это нарушение. Это недопустимо, особенно над входами, над местами, где проходит большое количество людей, то есть фасадная часть, да, боковая. Поэтому наш орган в ходе надзорной деятельности выявляет такие правонарушения. Мы оставляем в магазине непосредственно директорам или каким-то исполняющим обязанности уведомления для того, чтобы они пришли к нам в отдел. Представителей рейда встречает комендант магазина. Инспекторы говорят, что цель визита – не наказать, а устранить правонарушение. Мы сейчас вам выдадим уведомление, вам нужно будет к какому-то представителю прийти в отдел. Если вы хоть на тот момент устраните уже нарушение, то никаких денежных штрафов не платить не будет. Будет протокол и предупреждение. Хорошо, хорошо. Главное, чтобы устранили. Обязательно, устраним обязательно. Вручив предписание об устранении нарушений, инспектор пообещал вернуться в магазин, чтобы проверить исполнение требований. Еще недавно у торгового комплекса «Семья» лежали снежные кучи. Сейчас все чисто. Привокзальная площадь, парковка торгового центра, а так. Видим навал снега, складированный в результате чистки парковки. В принципе, проезду, проходу, движению не мешает. Для детского сада аварийный проезд открыт. Поэтому эта куча имеет право здесь быть в течение 5 дней. После 5 дней она должна быть вывезена. Через 5 дней инспекторы вернутся и проверят, как исполнено требование. Если сроки не будут соблюдены, то на собственника здания составят протокол. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 15 до 75 тысяч рублей. Зеленый переулок. Место для парковки автомобилей занимает куча снега. Мы со своей стороны постараемся помочь. Она, в принципе, проходу не мешает, но, тем не менее, частично складирована на пешеходном тротуаре, который идет по зеленому переулку. Поэтому мы постараемся принять меры для того, чтобы найти, кто это сделал, и чтобы этот человек вывез, эта организация вывезла эту кучу снега. Инспекторы говорят, что ничьих снежных куч не бывает. Уборку снега производят две организации. Либо сам собственник здания, либо организация, которая обслуживает территорию. За минувшую зиму инспекторы госавтотехнадзора выявили порядка 200 нарушений. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».